Друзья, всем привет, мы с вами продолжаем играть в Far Cry Primal. Как помните, в прошлом выпуске мы тут повыполняли немножко задания. Я так понимаю, что нам их, во-первых, нужно сдать, естественно, а во-вторых, может быть, нам дадут какие-то новые задания. Давайте проверим. Секунду, я не могу улучшить. Не хватает пыль южного камня, южный камень, шкура редкого оленя есть, южный клен еще нужен. И численность, у нас все хорошо. Ну-ка, что она скажет? Ноги мамонта. Ужасный волк. Большой медведь. У тебя кожа мягкая. И ноги медленные для быстрых зверей. Великий охотник искать быстрого зверя. Большого зверя. В тебе есть великий охотник? Большие звери бродить по Урусу. Ты одолеть их, могучие духи. Ты взять их силу и стать великий охотник. Это сейчас она о ком? Потому что там у нас с вами есть редкие вот эти вот медведи и... Воу! Охота на кровавого клыка. Приручите кровавого клыка в сумерках. Это тот самый саблезубый тигр, который убил ваших собратьев-охотников. Нужно будет обязательно за ним сходить, но может быть в следующем выпуске, потому что у нас с вами саблезуб появился, это раз. Во-вторых, я бы хотел немножко другим заняться. Кто это там играет, господи? Так вот, я немножко другим хотел заняться. Я хотел все-таки сегодня поискать редкого волка в первую очередь. А потом уже отправиться, честно говоря, к Улу сходить, потому что он мне там маячит уже довольно-таки давно, и хотелось бы с ним разобраться. Ну-ка, здесь что происходит? А, здесь по поводу Изила. Твой дух кипеть. Ты пить кровь солнца. Ты смотришь, что кормит солнцеходов огнем. Смотреть. Там пепла насыпал, воды налил. Так. Это у нас с вами как с тем-тотемом у этих самых удам. Узнаете, чего Изил боится больше всего? Что-то пугать Изила. Интересно, что? Тоже тотем? Ты не трогать Крати. Не трогать! Не трогать! Я так понимаю, что это примерно такое же задание сейчас будет. Я бы хотел на самом деле вот те дубинки, которые в этих вот видениях. Ну точнее, как вот в ледяном было видение. Где я? Что происходит? Изила боятся Крати. Я нести Крати. Доберитесь до стоящих камней. Хорошо. Огонь Крати. Все Изилы боятся огня Крати. Удерживайте правую клавишу мыши, нажимайте левую, чтобы выстрелить метеоритной стрелой и обрушить на врагов ярость солнца. Убейте 5 врагов, чтобы зарядить огонь Крати и получить возможность сделать мощный тройной залп. Окей, я тебя понял, о чем речь. Они боятся этого самого какого? Вулкана. Они боятся вулкана. Справа. Обоих зацепил. Тройной залп, говоришь? Ух, хорошо. То есть таким образом мы просто их подмечаем, ну и дальше уже просто расстреливаем. Совсем не обязательно, мне кажется, забивать абсолютно всех. Здесь нету такой задачи. Нам просто нужно добраться вперед. Тихо, спокойно. Сзади кто-то есть? Ладно, гори нафиг. Нам сюда. Нормально, нормально, нормально. Она сейчас тройной будет, да. Да, ну пошел ты.
Давай, 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 вперед. Просто пробежим, нету смысла со всеми сражаться. Они все равно будут респауниться, и респауниться — это бесконечная борьба. И нам не какой-то шлем. Лови. Ну! Ух, жесть. Вот это нужно разрушить, скорее всего. Хотя, кто ж его знает, может и нет. Ну, я добрался. Стоящие камни, уничтожьте. Хорошо, я понял. Действительно работает. Давай-ка отойдем. У нас всякий пожарный. Не это все? Нет. Что-то сейчас еще будет. Затмение. Почему так солнце близко? Используйте тройной выстрел, чтобы расколоть луну. Убивайте Изилу, чтобы зарядить лук. Сейчас, хорошо. Спокуха. Тройной выстрел. Так? Теперь я стрелять в луну. Вау, вот это круто. Я расколол? Ну так, почти. Где еще есть дела? Ладно, пойдем вперед. Это действительно круто. Давай, выходи по одному. Не попал. А если вот так? Тройная. Красота, блин, это круто сделано. Кстати, на меня огонь не действует. Интересно, почему? Но! Тройная. Спокуха. Сколько попаданий по ней нужно? Мимо. Где кто еще? Я где-то здесь крики слышал. А, вижу. А если одиночный туда выстрелить? Нет, попаданий нету. Ладно, пошли дальше. Изила. А мы где спрятались все? Где-то здесь. Привет, ребята. Нормально, тройной. Блин, я не могу в тебя выстрелить, извини. Ты пока постой. Давай. Обалдеть, классно. Лови, раз. Здесь сразу три. И здесь парочка. Отлично. Все расколол. Почему такое яркое солнце? Но это было, кстати, гораздо легче и быстрее. Введение огонь завершено. Его там тоже вштырило. Я видеть, а нет солнцеходов. Нет. Конец Урусса. Конец всех. Все, чего солнцеходы боятся. Ты видеть маску. Крати. Мне снова. Это снится. Вон. Вон. Ты уходить.
Хм. Фига, у них сны. Почему, интересно, они этого боятся, что солнце так приблизится и сожгет все? Ладно. Какое-то еще здесь задание? Секундочку. Здесь у него заданий больше нет. Кстати, почему здесь еще одно задание-то? Это хижина охотницы, если не ошибаюсь. Точно. Привет. А, вечер. Охотники Винджа выслеживают зверя для деревни. Им нужен быстрый охотник. Твои ноги, мамонта, быстро бежать? Ты на охоту с нами ходить. Силу показывать. Окей, давай. Великий зверь. Задание добавлено. Ну-ка, секундочку, где оно у нас? Здесь еще какое-то задание рядом. А, Смарка. Точно, давненько она нам задание не давала. Уши? Где сама? Это туда... Много Винджа убить. Здесь... Уши не слышат крики. Снаружи крики не прекращаются. Ты... Усмирить крики Такар. Ты убить Ула. Я выследить его в его доме. Да. Но его дом гнилостные поры защищать. Во. Я знаю, как остановить гнилостные поры. Во, мне это нужно. Желтый лист с севера. Из земель Удам. Ты сказать своим ушам. Я вернулся. Ну что, за желтым листом? Но у нас этого желтого листа завались на самом деле. Камон. Добавлены в меню карты задания. Хорошо, предположим, может быть это какое-то особое задание, ладно. Какой-то особый желтый лист, да, вот здесь вот, понятно. Оу, и здесь еще одна территория, плюс пещерный медведь. Секундочку, здесь какой-то мамонт, охота на кровавого бивня. Убейте кровавого бивню, безумного мамонта, сеющего ужас, понятно. А где задание охотницы? Я пока что не буду к ним идти, потому что я не вижу на них задания, смысла нету. Здесь у нас, а вот, охота на большого шрама. Приручите большого шрама, чтобы стать настоящим повелителем зверей. Я тебя понял, то есть она дала нам... Кто это такой? Урки-мыслители, следуйте отдаленную пещеру. Прикольно, я такого еще не встречал. Соответственно, она нам оба задания дала, и на клыка, и на шрама. Но, все-таки, я хочу найти того редкого волка. Если не ошибаюсь, где-то я его вот здесь видел. Вроде да. А может быть и здесь. Может быть и здесь. Давайте сейчас сюда телепортнемся. Вроде как светло, хорошо. А, рядом задание опять Винджа. Пошли поможем. Удамы. Ну же. Винджа. Удам. Выполнено. Забираем с вами стрелы. Да, вроде все хорошо. Но я побегаю кругами, поищу этого редкого волка. Где-то он здесь был в прошлый раз. Я его вместо того, чтобы приручить, ненароком завалил тогда. Я думаю, нам в этом поможет леопард. Вот он. Вот он. Преследуем. Вот того. Кто из них кто? Это обычный, да? Зараза, непонятно, кто обычный, кто какой. Вот это обычный. Ну-ка, давай вот этого, разберись с ним. А вот этого я сейчас приручу. Давай. Отлично. Получилось. Иди сюда. Тихо. Есть. Редкий полосатый волк. Наконец-то. Вот я за ним давно охотился. Шикарно. Выглядит он, конечно, стрёмно как-то, да? Но я не знаю, почему. Но весь такой какой-то побитый. Как будто бы плешивый. Ужас какой-то.
Ладно, пускай будет. Дальше, секундочку, что у нас с вами по навыкам? 7 навыков, отлично. А, плюс 12% получаемого опыта. Это, в принципе, не важно. Мастер дубинки копья. Давайте вот это возьмем. Я вот это все хотел выучить, потому что здесь еще одна шкала, еще одна ячейка здоровья. Здесь у нас наготове. Скорость смены оружия с помощью X намного выше, я понял. Здесь у нас что такое? Тащи и кидай, позволяет целиться и метать дубинки копья во время перемещения тел. Но я, честно говоря, почти не таскаю их, ну да ладно. Я вот это хотел. 4 очка, офигеть. Эффект от пищи длится на 120 секунд дольше. Я этим вообще не пользуюсь. И у меня, в принципе, заканчиваются очки навыков. Нужно продолжать качаться. Хорошо. Так, раз уж мы с вами его приручили, сзади что-то происходит. Мне кажется, это волк на кого-то напал. А, вот здесь вот задание. А вот здесь задание опять Винжа. Пойдемте волка протестируем. Секунду, а что он умеет? Что редкий волк умеет? Рычит, предупреждая находящихся рядом врагах или хищников. Открывает плюс 350 шагов территории в меню карты. Открывает дополнительную территорию на мини-карте. Неуязвим для огня. А, вот это хорошо. Давай за ним. Он неуязвим для огня. Его очень хорошо использовать там, где как раз изилы. Убейте захватчиков, спасите пленников. Сейчас сделаем. Справится? Ты должен справиться. Ну-ка, прям под нами, да? Блин, я здесь не спущусь так просто. Ладно, подожди. Вот здесь вот спустимся. Фига, они там зарубились с мамонтами. Освободите оставшихся Винджа. Мамонты раскидали всех удам. Прикольно. Давай освобождать. И у нас на самом деле здесь с вами все абсолютно зачищено, кроме вот этой пещеры, но я не знаю, как туда попасть. И здесь я на самом деле не был, но ничего. Это на самом деле не принципиально. Вот здесь у нас с вами есть охота. Я хотел бы продолжить улучшать дом как раз охотницы, но для этого нужно большое количество как раз камней и палочек южных, и пыли южного камня. Так что предлагаю отправиться в ту территорию и сегодня в этом выпуске здесь немножечко пошаманить, побегать, пособирать ресурсы и повыполнять задания. Слушай, дай-ка я тебя подлечу. Ты, конечно, прикольный, но что-то какой-то подраненный. Да стой же, господи, стой. Кушай. Цвет, конечно, не очень странный. Так, давайте-ка вот сюда с вами добежим, вот до этой вот точки. Угу. Соберем, на самом деле, здесь все задания и будем их выполнять потихонечку. И это вот там наверху. Я только что слышал что-то нехорошее рядом. Это же южный камень здесь отмечен, да? Надеюсь, что южный. Черный. Северный черный. Мамонты. Надеюсь, на меня не нападут. Опять же, дерево, древесина, вот. Это что, северный кедр? Почему мы в северной зоне, если я вроде как в южную шел? Странно, мы же здесь с вами выполняли... А, я очень близко к северной территории, я понял. Если я хочу южные камни, то мне нужно спускаться сюда. Ладно, ну давайте сейчас вот это задание возьмем. И потом пойдем дальше. Северный? Да, северный, он мне не нужен. Что-то тут наверху такое веселое. Саблезубый. Я думаю, мне шкурки по-любому пригодятся. Ладно, стой, вернись. Да-да-да, вернись, не нужно. Опасно это. Пускай он там с кем-то сражается. Сам по себе. А мы с тобой вот сюда сходим за заданием. Привет, Винджа. Помощь Винджа освобождением. Удам отдыхать в пещере, есть мясо Винджа. Немного Винджа спрятаться. Ты сильно так, арту убить удам. Доберитесь до пленников. Это вот здесь, что ли? Прям рядышком, да? Спасите хотя бы двоих пленников. Я тебя понял. Тихо. Не надо меня палить. Подожди раньше времени. В таких заданиях лучше по-тихому все делать. Здесь кто-то был. Так, секунду. Ты еще кого-нибудь здесь видишь, кроме него? Вон, вижу, хорошо. Нормально. Наверху кто-то, нет? Выполнено. Все хорошо, немножко подтравили меня, но не страшно. Ладно, можно не обыскиваться. Стрелы и так собираются. Давай развязывать. Да, сейчас я сделаю. Кстати, он не боится огня, может спокойно на огне стоять. Население плюс 4. А что, все что ли? То есть я только его освободил и все?
Больше нигде никого нету? Да не, вот пленные еще. Раз, два и вот третий. Отлично, все выполнено. Так, дальше. Но это все, это мы с вами будем углубляться на север. Я бы хотел, как я и сказал, уйти на юг. Давайте-ка добежим вот до этого костра. 600 метров. А может быть даже не добежим, может быть даже просто доедем. Ну-ка, звери. Где мой саблезубый тигр? Тигры? Вон он. Стой. Стой. Поехали. Там, по идее, сейчас по-любому будут какие-нибудь удамы или еще кто-нибудь. Либо, например, солнцеходы из Зила. Обломить. Но это-то уже юг на самом деле. Если подъехать, северный черный камень. Мишка, иди нафиг. Ты мне вообще не впился. 200 метров. Защитите Винджи от захватчиков. Есть, понял. А вот это уже, скорее всего, юг, по-любому. Где-то рядом, вот здесь вот. Защитить, понял. Привет, ребята. Кто на вас нападает, скажи мне. Вижу. Удамы. Так, господи, а? Молодцы, сняли сами. Вижу. Фига себе. Это изилы. Держи. Есть, отлично, отлично. Все, выполнили. Плюс ресурсы. Пошли отсюда. Держи мясо. Довольно-таки бестолковое задание, потому что, ну, как сказать, я не знаю, мне по приколу, чтобы у меня Винджи как раз в лагере, ну, как раз больше становилось. А здесь нам просто ресурсы дали. Мы с вами почти на месте. И помимо Винджи, здесь мне нужны были вот эти вот ресурсы. Угу. Прочная древесина. Секундочку, помимо прочной древесины. Южный клен, точно. Южный клен и прочная древесина. Этого нужно действительно очень много. Плюс совсем рядом где-то задание с охотой. Вот я вижу. Я так понимаю, что около костра еще может быть кто-то из захватчиков. Ну-ка. Убейте всех врагов. Да, точно, вон они. И еще один вот там. Нормально. Спасибо, ребятки. Опять же, заглянем с вами в тайник. Секундочку, где он здесь? Потому что в тайнике доступны новые ресурсы. Где здесь тайник спрятали? Он всегда здесь есть. Отдохнуть. Вот тайник, хорошо. Нет, забираться никуда не нужно. По-любому здесь что-то может быть спрятано. Хорошее, корень редкого растения. Давай-ка заберем, может пригодится. Северный черный камень. Чтобы на максимум. Но мне вот это вот нужно, а этого нету до сих пор. Может быть, нужны аванпосты здесь, на юге, как вариант. Костер, аванпост, тушварха. Давайте захватим, здесь совсем рядом. Может быть, чем больше аванпостов, тем больше будет ресурсов приходить. А вот здесь камушек, это где? Это здесь возле, да? Нормально, живем. Это было не очень больно. Что это у нас с вами? Южный камень, 2. А пыли южного камня здесь нету. А вот здесь вот будет пыль южного камня. Да. И можно, кстати, так по реке пройти и все полностью собрать. И причем выйдем с вами как раз к цели. Ну-ка. Прямо под нами, вот. Может быть, здесь что-то будет? Ну-ка, обыскать. Мясо. Жир зверя. Ну и все, в принципе, понятно. Ничего больше интересного. Здесь как, высоко? Ну да, высоковато, но я думаю, что допрыгну. Пожалуйста. Нормально, отлично. Отлично. Я надеялся, что здесь будет глубоко, чтобы не разбиться. Потому что это вполне возможно. Я уже один раз так на отмель спрыгнул. И вот здесь еще вот пыль у южного камня. Есть. Прикинь, камни какие-то.
Че это за место? Здесь еще пуль. Давай посмотрим. Бухта Тварши. Я здесь никогда раньше не был. Змея. Где-то совсем рядом. А прямо под нами кто там? Немножко мамонтов. Ну и так, ерунда на самом деле. Лагерь находится вот там, 150 метров. Да, точно, я здесь могу спуститься. Фига у них там. Там-там и бьют. Это прям очень прикольно сделано. Кого-нибудь видишь? Раз. Фига себе, курган. Он один или как? Есть. Аванпост Тушварха. Мне нужно внутрь зайти. Секунду. Непонятное какое-то место немножко. Наверху кто-нибудь есть? Там просто показано, что еще один рок или что-то типа того. А он просто здесь лежит, и в него можно подуть. Или можно разбить, например. Понятно. Да, это давай стрелим. Я думаю, что они все внутри. Да, я их слышу. Раз, два. Справа третий, да? Нет. Вон там внизу. Там ходит. Нормально. Спокуха. Тигры увидели. И трое где-то у нас с вами там, снаружи. С одним справился тигр. Я ему команды не давал, это он сам. Без меня. Зараза. Тихо-тихо-тихо. Прямо передо мной вот здесь. И еще один вот тут. Зараза, а? Успела. Ну давайте, идите сюда. Ну, давайте, давайте, я вас жду. Со спины. Все? Нет, не все. Ну же, попади в него. Отлично. Со спины. Черт. Спасибо, друг. Ворочал. Вот теперь это наш аванпост. Пять из пятнадцати. В тайник добавлены новые ресурсы. Ну, то есть, вот таким образом они на самом деле добавляются, когда захватываешь это дело. И, как бы, конечно, каждый день тоже добавляется. Вот, смотри, пыль южного камня, смотри, как много. Вот это как раз то, что я хотел сделать, и южный камень. Они здесь, в этих южных аванпостах как раз хранятся. И редкий южный камень здесь также есть, южный клен. То есть, сейчас мы с вами полностью забиваем таким образом мешок. И погнали, наверное, потихонечку домой. У нас с вами здесь есть точки телепорта. Здесь редкий медведь. И вот тут прям, чувак, урки-мыслители. Следуйте отдаленную пещеру. Но мне кажется, в этом выпуске... Я в этом выпуске этим не хотел заниматься. Я именно хотел немножко поисследовать местность и приручить редкого волка, что я, собственно говоря, и сделал. Так. У нас сейчас с вами, наверное, все-таки... Я каждый раз это говорю, и каждый раз из-за этого откладываются выпуски. Но все-таки я буду стараться, чтобы каждый день было по выпуску. Первобытное исцеление при лечении восстанавливается на одну ячейку здоровья больше, вплоть до трех ячеек. Давайте вот это возьмем, это хорошо. Да. И улучшим как раз хижину охотницы. Это тоже я очень давно хотел сделать. Да, я могу это сделать, отлично. Что нам с вами в итоге это дает?
Награды двойной лук и 3000 опыта. Двойной лук? Двойной лук? Что такое двойной лук? Я хочу двойной лук. Вот он. Двойной лук доступно улучшить. Вы еще не умеете делать двойной лук? Ну как не умею? Умею. Все. Параметры: урон 6, точность 8, скорострельность 6. Урон 5, урон 6. Точность 9, точность 8. Скорострельность вот здесь выше. А, вот. Я понял. А это круто. Секундочку. Что я могу еще взять? У меня просто еще один навык. Я бы хотел его потратить. Здесь снятие шкур. Снимая шкуры с большинства животных, вы будете получать дополнительно 2 единицы мяса. Ну ладно, пускай будет. А здесь 2 единицы жира и 2 шкуры дополнительно. Это тоже очень полезная вещь. Давно бы нужно было ее взять, на самом деле. Пойдемте на ком-нибудь протестируем. Не будем бежать, а просто на самом деле телепортимся. Что это такое? Война племен, убийство. Давайте туда телепортимся. Во-первых, рядом задание спасти Винджа. Давай бегом. Отразить нападение. Ладно, нормально, я живой. О, дамы. Хорош, блин, ну прям жесть. Ты посмотри на эту, красота какая. Правда, стрелы тратятся, конечно, очень жестко. Сразу в два раза больше. Что это такое? Забил? Забил. Живка, живка, смотри, как побежала сразу. Тихо, 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 тихо. Ух ты. Помогай. Нормуль, забил. Фига, они на всех накинулись. Есть, 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 отлично. Убрать стрелу. Фух. Вау. Это сейчас было очень жестко. Но, как я и сказал, стрелы, наверное, будут сейчас тратиться в бешеном количестве из-за этого. Но зато урон офигенный. Плюс мы с вами, смотрите, с какой скоростью этих яков забиваем. Мне кажется, больше ничего не нужно. Деревянная стрела собрана, подобрана. Шкура яка. А жир и мясо нам уже больше не нужно, но на максимуме. Я хотел добежать вот туда. А можно и доехать, на самом деле. Стой. О, в зиме он становится белым. Они даже это проработали. А мы можем с тобой козочку ударить? Да стой! Коза, стой! Стой, коза! Жуче, а? Ладно, плевать. Что у нас здесь с вами? Вожди удам скрываются в форте. Убейте их и обыщите их тела. Окей. Одну очку навыка, кстати. Вы мне точку покажете? Да, вон там. Ну, я так думаю, что очко навыка за скрытое прохождение. Я как бы не очень хочу скрытое. Я хочу протестировать этот лук. Хотя, с другой стороны, возможно, нам получится убивать этих вождей очень легко. Что у нас с вами здесь, прям под нами? Убито вождей 0 из 2. Где-то здесь тотем какой-то, вот смотри. Спокойно. Тотем духов, 2 из 12. А, я его не ставил ни раньше. Ну, не обращал на это внимания. Ты кто? Ты вождь? Нет, обычный. Я могу так его снять, на самом деле. Нормально. Ты видишь кого-нибудь или нет? Я тоже не вижу. Вождь. Нет, не вождь. Просто из-за того, что он в маске, мне показалось, что он вождь. Спокуха. Они, наверное, в пещере, как обычно. По любасику где-то пещера будет, в которой они сидят. Вот вожди. Минус раз, вождь. Вот там. Тихо, ты живой? Он живой, нормально. Тихо, 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 тихо. Спокойней. Хорош. Отлично. Добиваем гада. Как же ты живешь-то, а? А потому что это вождь, понятно, как он живет. И здесь еще один. Сраза. Стой. Есть. Я стрелы соберу с тебя обратно, ага. Плюс очко навыков. Не обманули. Здесь что у нас? Раз что-то. Ну просто собрать вещи с них. Выполнено. А что с тигром? С ним что-то случилось? Подожди. Да, его завалили. Но благо есть красная трава. Нужно будет еще подсобрать. А где рука дальше? А, я вижу. Вот она. Спокойно. Взял, хорошо, отлично. Все. Уу!
Обалдеть. 11 из 100, еще 4 для того, чтобы получить награду. Но делать это будем уже чуть-чуть попозднее. На этом этот выпуск давайте завершим. Я надеюсь, что он вам понравился. Сегодня приручили себе редкого волка. Неплохо так поотрывались. Вообще игрушка веселая. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске.